Дорожное сообщение с селами Яконовка и Крауновка в Уссурийском городском округе прервано. Это последствия сильного паводка. В населенные пункты пока разрешен проезд только дежурной машины марки ГАЗ-66. На грузовике доставляют воду и продукты. В Яконовке школьники сегодня не пошли на занятия, уроки для них организованы дома, а их сверстники из Крауновки заниматься будут в местном доме культуры. Отметим, что мост через реку Крауновка был разрушен в сентябре 2015-го. Строительство нового моста начнется до конца этого года.